Культура и красота Японии. Гости внимательно следят за происходящим, чтобы не упустить ни одной детали. Здесь проходит чайная церемония. Мастер показывает процесс заваривания по особому японскому рецепту. Для жителей страны восходящего солнца чай не просто напиток. С ним связывают многие обычаи и обряды. Считается, что у чаши есть душа и лицо, поэтому пьют чай только из красивой посуды с рисунком. Ощутить вкус традиционного японского напитка хотят многие гости фестиваля. Юлия Кузнецова рассказывает, чай любит пить зеленый, а еще ей очень нравится культура страны восходящего солнца. Говорит, участие в чайной церемонии для нее большая радость. Чай достаточно крепкий по сравнению с обычным зеленым чаем, достаточно богатый вкусный вкус. Здесь же обучают и другому старинному японскому искусству – оригами. Гости фестиваля с удовольствием складывают самые разные фигурки из бумаги. Раньше подобными поделками обменивались самураи. Изделия в технике оригами считались символами удачи. Можно сложить много разных приятных и интересных вещей. Например, движки журавлика, или, например, бабочку. Здесь, в зрительном зале, проходит, пожалуй, самая необычная часть фестиваля – показ фильмов аниме. Трансляция идет на японском языке, с субтитрами на русском. Организаторы рассказывают, эти фильмы – эксклюзив. Ну, конечно, кто-то, наверное, в сети может найти один из фильмов, а в целом это все новые, очень интересные, специально выбранные для фестиваля фильмы. Еще одно событие на открытии фестиваля – награждение победителей детского конкурса «Я рисую Японию». Ребятам вручают подарки, подготовленные японским посольством. Работа Ирины Караваевой заняла первое место. Говорит, ей очень нравятся виды этой страны. У меня на рисунке была изображена пагода, мост и, ну, уже даже не цветущая сакура, а просто деревья. Была фотография, я, получается, срисовала, кое-что там добавила немного. Продлится фестиваль японской культуры до 18 июня. Организаторы обещают приятные сюрпризы, интересные мастер-классы и фотовыставки. Ксения Иноземцева, Екатерина Кузнецова, Интера ТВ.